3 июня 2024 год. Парад планет. Вот это у нас Сатурн. К сожалению, небо не чистое. Только из облаков выглянул. Ну, видно, колечки еле-еле, да? Сейчас практически параллельно горизонту Земли. Так, а где наш Марс? А вот как раз Марс за облаками. А вот он. Ну, до Сатурна у нас 1,5 миллиарда километров, до Марса 300 миллионов. Но Марс куда меньше Сатурна. Ну, ребят, ничего лучше я не сделаю. Он только над горизонтом сейчас поднимается, Марс. И небо вообще не фонтан. Никаких попыток снять Уран-Нептун я даже делать не буду. Это наша красавица Селена нас выручает. Как раз Луна сейчас 360 тысяч километров от Земли. То есть практически в перигее, на ближайшем расстоянии, максимальное расстояние от Луны до Земли. 405, по-моему, тысяч километров. Ну, я бы сказал, схематично мы отметили парад планет. Ну, хоть так. И на том спасибо. У нас сейчас, получается, идет Сатурн, Нептун. Сатурн, Нептун, потом Марс, Луна, не будем ее вычеркивать, потом Уран, Меркурий, Юпитер. Ну, Меркурий, Юпитер очень близко к Солнцу сейчас, ну, на небосводе имеется в виду. Мне лучше не будет, вот это все, что я могу с резкостью для вас сделать. Ладушки. Он уже за облаками. Сатурн скрылся. Ну, на том спасибо, Господи. Что-то могло и того не быть, правда? Пускай вот так у нас красота побудет. Да, то есть у нас только Венеры нету в сегодняшнем параде планет. Ну, лады. 3 июня 2024 год. Запорожская область возле города Орехов.